На территории Ленинского городского округа работает совет директоров градообразующих предприятий. Примерно один раз в месяц проходят встречи, на которых представители крупного бизнеса делятся актуальными проблемами, чтобы иметь возможность решить их при поддержке муниципалитета. Главной темой мартовского диалога стало существование в новых экономических условиях и антикризисные меры поддержки бизнеса. Кардинально поменялась с точки зрения госконтрактов вот эта система авансирования. Она раньше, если была как исключение, да, что-то авансирует, то теперь наоборот прописывается и настаивается. Вот это первый момент. А второй, внесены изменения в закон, вот этот 44-й, область уже разрешена, муниципалам должно быть с завтрашнего дня будет полномочия расширена, вплоть до цены контракта, менять там при обосновании. Руководители трех крупнейших предприятий муниципалитета рассказали главе округа о том, как сейчас решаются вопросы с зарубежными поставщиками, что происходит с объемами производства и о своих бизнес-стратегиях, которые позволят продержаться в этот непростой экономический период. Останавливать проекты, запущенные внутри предприятий, тоже не планируется. Мы хотим продолжить застройку нашей территории в промзоне северной согласно утвержденному проекту планировки. Там предусматривается вот уже нашими планами в ближайшие два года построить еще один складской корпус. Где-то мы упустили, промахнулись, и сегодня нет того, скажем, среднетехнического образования, которое было раньше, которое подпитывало предприятия там, ну, среднего уровня там, рабочих, да, по разным специальностям. Это и металлообработка, и строительные специальности, там, и профильные какие-то специальности. Не остались без внимания и проблемы социальной инфраструктуры, уборка снега, транспортная доступность, ремонт дорог, отсутствие площадей для складирования готовой продукции, парковки для частных автомобилей работников предприятий. Объем довольно солидный, но вполне осуществимый. В конце концов придем к победе, да, и совместно откроем и те дороги, и маршруты для общественного транспорта, для того, чтобы обеспечить Нашу территорию, я имею в виду не свое предприятие, а предприятие Южной промзоны. В конструктивном диалоге некоторые проблемы предприятия уже получили развитие при поддержке одного из участников совета директоров. Тем речь сегодня шла о развитии наших предприятий, что было достаточно для нас приятно, поскольку любое развитие – это прежде всего обеспечение рабочими местами. Очередная встреча совета директоров состоится уже совсем скоро. За это время список рабочих вопросов пополнится еще немалым количеством проблем. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.